Предсказания Норн не допускают сомнений. Асы обречены. Весь Асгард обречен. Повтори самый конец. Братья начнут биться друг с другом. В распрях погибнут. Дом богов станет красным от крови. Грядет век мечей и секир. Век бурь и волков. Нет, снова тоже. Предсказание, волк, страшная тварь. Ужасный волк Фенрир страшно воет у врат царства Хель. Скоро он разорвет свои цепи. А мой рок, что ждет меня? То будет вторая великая скорбь. Ибо Хави сразится с Фенриром. И падет в бою. И падет в бою? Это вы видите? Вы предсказали мою смерть. Смерть Хави. Мы говорим то, что видим. Нам ведом твой жребий, твоя судьба. Достаточно ли тебе знаний, Хрофтатюр? К чему борьба, если мы лишь нити, натянутые от рождения до смерти? Без надежды жизнь – кара, а не дар. Эти нити – струны, а наша жизнь – музыка. Она поднимает дух и наполняет сердца. Я не нить, чтобы чинить или рвать. Я Хави. Я вдохновение поэтов. Я враг волка. И я пребуду вечно. Загадки лишь туманят мне разум. Грядет буря, но не в небесах, а там, внизу. Близится последняя битва. Значит, так начнется Рагнарёк.
Покажи, что там впереди. Thank you.
сокрушил череп трюма князя Йотунов? Кто убил Гейрюда Великана огненным шаром? Да, 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 да. Ты был великолепен, но это все в прошлом. Теперь решается будущее. Его нужно не решать, а сокрушить. Мьёльниром я буду гнать этих гнусных тварей до самых пределов Асгарда! И оставишь нас без защиты? Без твоего молота нас просто сомнут. Больше врагов, больше славы! Мы ассы! Клянусь яйцами Имера, нужно сражаться, а не хитрить! Мы не альвы! Мы сражаемся за наш дом и наш народ, но от иных бед не избавишься одним ударом молота. Это от каких? Хави, рассуди наш спор. Что? Очередное вторжение? Воины из Йотунхейма нападают со всех сторон. Пока мы тут дрожим от страха и чешем задницы. Ты не прав, Тор. Многие ушли оборонять границы Асгарда и защищать Большой Чертог нам вчетвером. Хави, дай же мне отряд своих воинов, и я сам поведу их на Йотунхейм. У нас не достанет воинов. Эйнхерии должны защищать наш город. Я бы призвал их сюда, защищать Большой Чертог. Врагов слишком много, мы не можем разделяться. Что проку от болтовни? Бой или смерть? Замолчите все! Мы дадим врагам бой прежде, чем они пересекут Бифрост. Отлично, Годи Вороньих Жертв! Кого ты возьмешь с собой? Лишь один мне нужен. Ты, Тор, Владыка Грома. Подрежем им жилы, прежде чем они совсем осмелеют. Зовите всех, кто в силах держать топор или молот! Мы идем на Йотунов! А вы останетесь здесь защищать Большой Чертог. Идут ли с Йотунами какие-то твари? Траугры, тролли, волки? Что тебя тревожит, Хави? Ты предвидишь что-нибудь? Там еще идут! Собираются у Бифроста! Где же Локи? Он должен был охранять врата! Созывай всех. Битва началась. Эйнхери! Грядет битва, ради которой вы здесь! За Хави! И за Асгард! Йотунхейма! Готовьтесь к смерти! Веди нас к славе, Хави! Воины, со мной! Остальным охранять Большой Чертог! Со мной! Я дарю себе эту битву! Asgard!
перекрыть чужакам. Земли в другую. И ты пел бы ту же песню «Победи здесь йотуны»? Да, да, конечно. Или ты зовешь меня лжецом? Лети же, Сёнин.
Этот малый болтался здесь, избегая боя. Выдрать ему зубы, чтобы охотнее говорил? Или вырвать глаз? Тебе велено было стеречь врата, Локи. Что случилось? Врата открылись, и оттуда хлынули эти воины. Я немедленно послал вам весть. И схватил этого слюнтяя-пастуха, что тут шастал. Как твое имя, чужак? Меня кличут каменщиком. Это не имя, а ремесло. Если у меня и было иное имя, я его позабыл. Каменщиком зовут меня с тех пор, как я стал строить. Зачем ты пришел в Асгард? Утешить свою гордость, пожалуй. Йотуны не оценили моего искусства. И ты решил предложить его нам? Разве не прав я был, рассудив, что ты и твои родичи мудры и сумеют верно оценить столь редкую удачу? Хави! Смотрит ли дареному коню зубы? Я б надел на него уздечку. Что скажешь, каменщик? Дар ли ты асом или проклятие? Ни то и ни другое. Я лишь инструмент, в обращении с которым нужна мудрость. Сколько несчастий принесли нам эти врата. Их нужно запечатать. Прости меня, но это не единственный путь от йотунов в Асгард. Я бы сумел защитить его со всех сторон. Странный случай привел тебя сюда в этот час, после нового нападения. Вовсе не случай привел меня сюда. Я долго жил среди ваших врагов и понял, как сильно они жаждут вашей гибели. Если ты сомневаешься, я могу показать. О да, пусть покажет.
И если он просто хвостун, мы сдерем с него шкуру. Я согласен, но с одним условием. Мне нужна вода из источника Урд. Что ты знаешь о нашей святыне? Это место великой мощи и магии. Источник силы. Вода из него будет питать вашу защиту. Я принесу воду, Хави. А ты не пускай этого к нашим святыням. Стой, Локи. Я пойду за водой. А ты найди место, чтобы мастер мог показать себя. Да мне вовсе не трудно, Хави. Я даже люблю тьму и влагу. Ступай, помоги мастеру, а затем приходи в большой чертог. Как прикажешь. Занятное предложение. Странное совпадение. Эйвор, ты пробудился? Да. Туман рассеялся внезапно. Я могу рассказать часть, но потом меня будто выдернуло оттуда. Пока что не стоит. Вернемся к этому позже. Да. Как только буду готов.
Я тебя знаю. Это было много лет назад, тебе и не вспомнить. Я был гостем в вашем доме. Вот, это тебе. Это же Рок Сутонга. Откуда он? Ты умеешь призывать вещи из грез? Нет, я сделал его сам, таким, каким он был в рассказах твоего отца. Раз Ларин умер, предлагаю роб тебе. Точь в точь, как настоящий. Как я помню. Ну, из рассказов отца. Может, ты делал и другие вещи из великих сад? Только если рассказчик был хорош, как твой отец. Из него бы вышел славный скальп. А смог бы ты воссоздать вещи из грез? Перенести из другого мира в наш? Сновидцы скупы на слова. Их речи темны. А провидцы слишком много болтают. Перенести из другого мира в наш? Что это значит? Я ничего не переношу. Я воссоздаю. Восприняв облик вещи, я могу постичь ее форму, точно чужой, но понятный язык. Смотри, Валка, это Рок Сутунга из Йотунхейма, как его описал Варин. С видениями не шутят, но если эта вещь воскрешает в тебе добрую память об отце, она может оказаться полезной. Я дам вам зелье. С ним Эйвор сможет ясно описать свои грезы. Но если ты что задумал, умрешь страшной смертью. Не стоит так утруждаться. Можешь просто дать мне рецепты. Я принесу зелье. Будь осторожней. Мы не знаем, чем придется платить. Нам не придется платить богам. Ты же слышала? Он не забирает у них вещи. Он воссоздает их, и все. Дело не в богах, а в тебе. Я подготовлю мастерскую. Захочешь начать? Приходи. Not that stupid.